Представьте себе открытку. Все видите, да? Открываем эту открытку. Не открываем даже, вот напротив. Тест биологический образ для самотестирования. Стоите с закрытыми глазами, самое, сколько стоите. Начинаете вас заваливать, падает в секундах. Три попытки и в одном столбце. Значит, время секунд, а здесь возраст. Определяете свой возраст. Определили. Дальше что? Открывайте открытку. Открывайте открытку. Здесь описание метода моего авторского, патентованного, патента защищенного. Да? А здесь инструкция, как пользоваться этой открыткой. Смысл сводится к тому, что когда вы определили биологический возраст, вот по этому тесту, сами определили. Да? Дальше матрица. Видите матрицу? Пальцем к нему прикладываете, вот так вот прижимаете. Три раза в день от 5 до 7 минут. Через 3 дня опять меряете биологический возраст по этому тесту. И вы видите, был возраст такой, стал такой. 5 открыток достаточно, чтобы из 120-летнего сделать 30-летнего человека. 5 открыток. Раз в неделю эту открытку проходите, 5 открыток приобретаете и делаете свой возраст вместо 120-30 лет. А сколько? Болезни уходят. Новые болезни не могут возникнуть. Вы попадаете в такое состояние, при котором можно жить долго, не болеть, счастливо и чего всем желаю. Есть вопросы? А воду вы же не делаете, да? Вы воду подговорили. Вода отпадает уже, да? Вода – это первый мой опыт. И, значит, тут, кстати, вместо… здесь тоже матрица, что такое? Здесь пропитана специальным веществом носитель, на котором написано сила F2, которую вы скачиваете на себя. Прижимая палец просто, вот средний палец прижимаете. И скачиваете. А это открыто на все время или ее выбрасывать надо через время? Нет, она открыта, значит, для одного человека на один курс, на трехдневный. А дальше вы с помощью вот этой вот теста меряете периодический возраст, биологически вы видите, что если одну открытку приобрели, то вы будете, допустим, колебаться между 60 и 50 лет. Будете колебаться и с помощью этой открытки будете видеть, что у вас был такой, такой, потом опять такой. У вас нет последовательного хода по программе антенеза. Нет, то есть вот это на 3 дня открыто. Кстати, а потом его выбрасывают, да? Нет, не выбрасывают, это тест здесь. Ага. Тест. Кстати, я хотел отметить, что у людей, которые проходят такие открытки, первое, что они сообщают, это ушел страх естественной смерти. Вы знаете, в 5 лет, когда умирает бабушка ваша любимая, вы задумываетесь. А я тоже умру 5 лет. Потом вы загоняете это состояние в подсознание и с этим живете. Вот. Так вот, люди, которые проходят этот открытку, они первое, что мне сообщают, уходит страх смерти, естественно, уходит. Они становятся, так сказать, другое совершенно ощущение. Николай Николаевич, да. А водку пить можно? Хороший вопрос. Ну, новогодний такой, да? Новогодний вопрос. Конечно. Значит, не водку, а красное вино по 50 грамм, что врачи рекомендуют. Дело в том, что на водно-спиртовую среду происходит перезапись. Вот так открытый с этой матрицы. Более легко просто. Но это не обязательно. Вот так ты только чувствуешь. Это не обязательно. Да, это облегчает просто перезапись. Больше ничего. Нет, ну вот вы говорите, это открытка вот 3 дня, и пользоваться нельзя, да? Открыть. Для каждого цикла новая открытка. Новая. Вы же ее открытка. Считали, что там она пустая становится. Понятно, тест остается. На нет, все-таки один вопрос у всех. Без всяких глупостей. Где продается и сколько стоит, правильно? По идее, она должна не продаваться, а выдаваться в институте геронтологии. Но институт геронтологии молчит. Молчит. Понимаете? Значит, получается только у меня на сегодняшний день. Больше нигде, в мире. Сколько?